Думаю, нам нужно мириться, выходить на мирные переговоры, стабилизировать, но эти переговоры должны быть честными и паритетными. Скажем так деликатно, пошли бы вы нахуй, долбоёбы, блядь, с такими предложениями, блядь, немножко поторговать украинской территорией. Вообще охерели, что ли, там, у нас кровь, у нас дети умирают, солдаты, блин, пехота, снаряды останавливают собственными телами, блин, они нам рассказывают, как пожертвовать, блядь, этими самыми территориями. О, выкусите, блядь, никогда такого не будет.